Всем привет, дорогие друзья! Приехал очередной мелкий пакет. В этот раз приехал USB-конвектор с USB на SATA. Очень полезная вещь, если у вас, например, нету в ноутбуке CD-ROM-а. В моем Asus'е новом был CD-ROM, но я заменил его на SSD-диск. Даже если в случае мне потребуется воспользоваться данным CD-ROM-ом, то у меня уже никак не получится. Для этого нужен вот такой вот SATA-переходник с USB на данную вот SATA, да? Вот такая вот штучка, SATA, переходничок с USB. Подключаем наш, который мы достали CD-ROM с ноутбука. Раз, и в сам ноут. Что самое важное, еще во втором ноутбуке, также новом моем, Lenovo, в нем изначально нету CD-ROM-а. Поэтому в случае чего, также можно подключить и к Lenovo, к ноутбуку, и к новому. И также еще я ради эксперимента подключу его к старому Asus. Здесь, конечно, есть CD-ROM, вон DVD. Здесь он не доставался со времен покупки. Но давайте проверим сразу на новом ноуте. Так, сразу давайте проверим на новом, как он будет работать. Будет или не будет. Подключаем. И все, диск у нас определился. Сейчас проверим. Да, DVD RV, все правильно, как видите, вот он. DVD RV привод. Нажимаем кнопку, достаем, и для примера давайте вставим какой-нибудь диск. Не знаю, здесь нашел, от Samsung, наверное, от принтера. Этот поставим. Ставим диск. Все, запустился. Раскрутился моментально. И здесь на самом переходничке горит индикатор, что диск, ну что он работает, подключен. Вот такие вот дела, ребят. Так что бывают мелочные гаджеты, тоже полезны. Стоит вообще копейки, что-то в районе, наверное, от доллара до трех. Ссылочка будет под видео, можете переходить, смотреть, покупать. Думаю, вам это также пригодится. Ладно, достаем, отключаем. Теперь проверяем его на Lenovo. Подключаем к ноутбуку Lenovo. Подключаем к ноуту Lenovo. Подключили CD-ROM к переходнику, и у нас появился DVD привод. Все правильно. Отключаем, и он пропал. Вот такие вот дела, ребят. Так, и напоследок подключим его к старому ноуту. Он уже давно не включался. Да, заработал. Сейчас пусть загрузится и продолжим. Так, немного разобрался, ребят. Здесь получается к старому ноутбуку, увы, CD-ROM не подключается, так как он его просто-напросто не определяет. Определяет как неизвестное устройство. Но, скорее всего, из-за того, что здесь стоит свой родной, надо его, наверное, отключить и после этого определиться уже как родной дополнительный CD-ROM. Поэтому сейчас он как вторым CD-ROM его не определяет. Не знаю почему. Вот так. Это старый ноут. Насчет новых все без проблем. Подключаешь и сразу определяется. Что на Lenovo, которого изначально не было CD-ROM-а. Можете сами посмотреть. Здесь его нет ни с этой стороны и ни с этой. Но что насчет Asus'а? Родной CD-ROM, конечно, будет определяться. Здесь у нас стоит вместо CD-ROM-а SSD. И вот этот CD можно использовать, когда вам вдруг что-то понадобится в срочном порядке скинуть с диска. Да, вроде все, уже время вышло дисков, они уже понемногу отходят, но все равно бывают моменты, когда что-то, те же самые, если ваш ребенок в садике или в школе, там их снимают на камеру, на фото, эти фотографы, например, все скидывают на диски и потом как бы продают. Те же самые диски можно скидывать на свои ноуты. На моем основном ПК стационарном тоже нету CD-ROM-а, поэтому вот один выход. Если вдруг какой-то диск придется скачивать, то у меня уже есть выход из положения. Вот такие вот дела, ребят. Гаджет довольно полезный и всегда может пригодиться.
Все, ребят, если такая вот распаковка и показ, как она работает, вам понравилось, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, в группу, и ссылки на гаджет будут под видео. Всем пока!